Громкие взрывы слышны в Запорожье в четверг, 9 марта. В городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила пресс-служба запорожской АВА. Жителей Запорожья попросили сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Также сообщается о повторных взрывах в городе. Не распространяйте фото и видеоматериалы, не помогайте врагу корректировать огонь. Сохраняем спокойствие и верим в вооруженные силы Украины, отметили в АВА. Воздушная тревога объявлена во многих регионах Украины. По состоянию на 20.05 предупреждение объявлено в 9 областях и Крыму. В 20.15 воздушную тревогу объявили в Харькове и области. В 20.20 воздушную тревогу объявили в Донецкой области. Заметим, официальной информации о том, почему объявлен сигнал воздушной тревоги, пока нет. Как уже сообщалось, ночью 2 марта российская армия нанесла ракетный удар по жилому дому в Запорожье из ЗРК С-300. В ГСЧС позже сообщили, что закончили разбирать завалы на месте разрушенной многоэтажки в Запорожье. Подпишись на наш канал, чтобы быть в курсе всех событий. Спасибо за просмотр.